Ван Гог «Симфония цвета» в Чувашском государственном художественном музее открылась новая выставка. С репродукциями нидерландского художника-постимпрессиониста познакомилась Юлия Важенина. У чебоксарцев есть возможность изучить 70 репродукций различных периодов жизни, пожалуй, одного из самых известных художников в мире. Начиная с 2015 года по всему миру проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня смерти Ван Гога. И, соответственно, наша выставка также проходит, посвященная этой дате. Выставка является достаточно уникальной, то, что нам удалось собрать репродукции картин, которые находятся в различных музеях мира. Небесно-голубой и золотисто-желтый – излюбленное цветовое сочетание, а также динамично струящийся мазок. Почерк Ван Гога узнают во всем мире. Чем знамениты эти картины? Например, картина «Подсолнухи» по легенде была создана достаточно случайно. Ван Гог ждал натурщиц, а они не пришли. Погода была прохладная, соответственно, он не мог выйти для того, чтобы написать пейзаж. И единственное, что он увидел у себя в комнате, это глиняная ваза с подсолнухами. И он написал за 4 дня 4 натюрморта, которые стали одним из самых знаменитых. Из 37 своих лет Ван Гог писал лишь 7, но за эти годы им было создано более 2000 работ. «Красные виноградники в Орле» – единственная картина, которую удалось продать художнику при жизни. Однако сейчас работы Ван Гога первые в списке самых дорогих картин. «Подсолнухи», «Пшеничное поле с кипарисами» и «Звездная ночь». Попытаться самому изобразить любое из этих трех произведений искусства каждый желающий может на мастер-классе «Рисуем картину Ван Гога». Так что если вы хотите попробовать себя в роли художника или просто прикоснуться к прекрасному, то у вас есть такая возможность. Выставка продлится до 23 октября. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.